Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня зарубежный сайт DrawJob, где нам абсолютно без вложений дают возможность на просмотре видео зарабатывать денежку. Здесь переведете на русский. Вот сюда нажмете. И переведите на русский. И ознакомитесь. Русского языка здесь нет. Регистрация на и простейшая. Имейл, юзернейм, пароль, капча. Кликаем зарегистрироваться. Вход по имейлу или логину. Ну, соответственно, паролю. Заходим в кабинет. Бонус при регистрации дают нам $10. Бонус, естественно, вывести нельзя. Мне многие задают вопросы, часто пишут, как вывести бонус. Никак. Бонус не вывести. Но у меня на балансе 2,80. Это 2,80 моих заработанных, плюс 10 бонусов, того 12. Значит, здесь наша статистика. Значит, переводим на русский. Значит, баланс задач, игровой баланс, а итоговый, реферальный и значки. Значит, вот здесь вкладочка «Начните работу». Такая вот реклама. И вот здесь кликаем «Начинать». Это значит очки. Ну, значки это очки, коины. Кликаем старт. И нам дают раз в 10 часов, по-моему, 6 видео для просмотра. Старт. Звук я отключаю. Вот здесь идет шкала. Каждое видео по 30 секунд. Подождем. Все, я видео просмотрела. Можно вернуться в аккаунт. Здесь следующее видео. Такая рекламка выпадает. И пошло следующее видео. Вот здесь вот сколько идет нам начисление. 15 центов. Я поставлю на паузу, просмотрю все 6 видео. После продолжу. Я просмотрела все 6 видео. И сегодняшний доход мой с видео составил 77 центов. У меня было 10 часов. А, сначала 5 часов. Потом 10 часов. Теперь вот написано 16 часов. И вот здесь как бы идет таймер, когда мне будет доступно следующее видео. Так, далее что у нас? Вкладочка «Рефералы». Находится партнерская ссылочка. Вкладочка «Вывод» самая интересная. Значит, здесь платежные системы PayPal, Payl, Payr, Skrill, WebMoney и вот еще какая-то. Минималка здесь от $100. Честно скажу, не знаю, даст он нам вывести или нет, но тем не менее, это халява и попробовать можно. Набираем 100 баксов и пробуем выводить. Вот если вот на Payr 100, 150, 200.
меня недостаточно, естественно, средств. $100 минимум. Так, далее можно выводить в криптовалюте биткоин, шиба, интериум, USDT, BNB и карта. Какие-то тут такие. Так, есть какое-то казино, я сюда не лезу. Я вообще не знаю, что это такое. Вот. Давайте переведем, хотя посмотрим, что это такое. Вот. Спиннер. Так, купил стоимость 200 значков. Вот эти, вот за эти значки мы покупаем. Можно играть. Хотите играть, играйте. Я не понимаю, что это такое. Ну, люди играют. Вот здесь помощь, выход. Все такое. Больше и нету. Здесь даже нету вкладочки. Вот это вот значки, вот на эти значки можно играть. Профиль. Здесь пароль, баланс, выйти. А здесь, в принципе, даже нету такой сделать депозит. Вкладочки-то и нет. Это хорошо, я считаю. Вот есть надежда, что дадут вывести. Но не дадут, мы ничего не теряем. Но, опять же таки, это халява. Я, меня, знаете, 50 на 50. Могут дать вывести, могут не дать. Дадут, хорошо, не дадут, мы ничего не потеряем. Вот. Кому интересно, пробуйте, зарабатывайте. Ну, не интересно, пройдите мимо. Благодарю всех за просмотр. Всем удачи, всем пока.